Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa Source, а ты слезешь уже, нет? Короче говоря, мы находимся где-то внизу, ну, мы находимся там же, в комплексе Black Mesa, как ни странно. Здесь кругом солдаты. С солдатами у нас, как правило, большие проблемы. Я сначала думал, возможно, это я разучился стрелять, но как бы там ни было, народ в комментариях пишет, что главная боль просто страшная с ними. Поэтому как-то чувствуешь себя поспокойнее уже. Значит, не только во мне дело, но еще и в их злобе. Так, мы будем потихоньку двигаться понизу, потому что я уже попробовал сейчас подняться, и в результате это все оборачивается страшным, страшным мучением. Они действительно с нами в игры не играют. Так, мы попробуем куда-нибудь... Отлично. В предыдущей серии мы забороли вертолет. Ох, так, вроде... Ты посмотри, шарашит. Видите, да, я полба высунул. Уже попадает. Так, наверх я все еще думаю, что не очень хорошая идея идти. Давайте попробуем как-то... Сюда посмотрим, что у нас здесь есть. Не хочу наверх подниматься, потому что там их по ощущениям штук 10. А, даже два противника таких, это уже страшная-страшная боль. Так, ну, выбора у нас нет, только вверх, поэтому... Что ж поделаешь. Что бы это могло значить? Танк! Да не... Вот чего точно не хватало, так это танка. Я не помню, чтобы в оригинальной игре вообще пришлось с танками драться. Так, 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 так. Где? Ох ты, ёкарный бабай. Он за мной едет, нет? Так, у нас есть ракетница. Это уже слегка облегчает дело. Я глух, что ли? Так, хорошо. Нормальное начало у нас сегодня. Так, вот мы возьмем арбалет и возьмем ракетницу. Тебя, братюня, убили, конечно же. Такие уж это люди. Кто-то в комментариях пытался оправдать. Это, с одной стороны, понятно, что такая информация не должна выходить. Да вон он смотрит. Он сквозь стену прострелил меня. Это-то понятно все, короче говоря, но... Какое может быть оправдание хладнокровным убийцам, даже на службе у государства? Поэтому... Да ёлки с... Да... Ай-яй-яй-яй-яй! Моя рука... Там не рука, там у тебя полтулова уже снесло. Блин, а это будет больно. Я уже понимаю, насколько это будет больно, потому что... Офигеть просто. Хорошо. Но мы справимся, не впервые. Может, не с первого раза, может, не с второго, может, даже не с десятого. Но справимся. Так, туда, я так понимаю, мы пройти не сможем. Да, блин, там еще солдаты. Скотина. Минус. Так, он дуло повернул в мою сторону. Нужно вообще взять, пожалуй... Да, за дробовиком побегу. Так, ну и что? Нравится? Хорошо. Что ж ты делаешь? Стреляй. Молодца. Интересно, мне хватит ракет, нет, на него? Отлично. Battlefield 3. Блин, сколько их там еще? Вашу мать. Да, офигеть. Ну, как вот... Блин, это даже не хардкор, это просто страшная попа-боль. Все, что происходит во второй половине игры, это страшная попа-боль. Они, то есть, вообще не размениваются на такие вещи, как там, я не знаю, баланс там или еще что-то. Просто враги слишком сильны. Такого нет ни в одном... В этот раз больше ракет ушло. Такого нет ни в одном современном шутере.
Так, подпитались, взяли ракеты. Кстати, перезарядить нужно. Фу, сохранились, и теперь нужно как-то с вами решить вопрос. Тихо. Сюда идут, что ли? Минус. Хорошо. Да, кидает не особо далеко. И все равно попадает. Ну, вот как ты успеваешь вообще? Ладно, так. Ребята, вы просто офигели в таких количествах перед. Я даже не Сириус, Сэм. Ну, Гордон Хриман... Хриман, говорю. Между тем, действительно страшный человек, если могет прорываться через такие количества врагов. Короче говоря, вот один из подъемов. Поэтому я и говорил, что не хочу вылезать. То есть я бы вот тут вылез, что бы со мной было бы, да? То есть тут три человека стоит, а там человек пять. Фу, ну ладно. Я даже не уверен, что мне стоит открывать эти ворота, потому что сейчас оттуда еще, может, там пара танков приедет. Я не удивлюсь. Игра вообще не щадит ни капли. Так, ну допустим. Сохраняшечка. Я думаю, сейчас загрузка будет, подгрузка нового уровня. Хотя, нет. Блин, насколько круто все сделано, да? Это уже натуральный бункер. То есть такие стены, они... Что там прилетело? Там есть кто, я не вижу. Короче, вляпались мы просто, я не знаю, да елки-палки. Ух ты, твою мать, там же Брэдлик. Отлично, что же нам с тобой... Твою мать. Ох, нет, переборщили они с меткостью. Когда на полсекунды вылазишь из-за угла, и тебе сразу прилетает в лоб, это, по-моему, перебор. Ну ладно, жаловаться не будем. Просто подзорвем. Вертолет сносили, и тебя поломаем. Шо? Так, а там у нас что? Купол. Ёлки-палки, лес густой, это же обалдеть. Ну ладно, тем не менее. Мы живы, они мертвы. Это уже зачет, значит. Так, еще бы запрыгнуть сюда. Хорошо. Ну кто еще? Дробовик, конечно, в этой игре все-таки зачетом. Полнейший зачет, несмотря на то, что... Откуда? Ну почему я не удивлю, да? Ладно. Ладно. Еще кто есть? Так, хорошо. Офигеть, против нас противостоит нам хорошо обученная и, главное, многочисленная армия солдат. Вроде никого больше. Хорошо. Слышал, кого-то слышал. Лечилка есть, уже хорошо. Давай, вылазь. Офигеть. Вы что, вообще там с ума посходили, что ли? Тут скорее дело не в том, что как в других шутерах, не давать противнику попадать по тебе. Тут нет, дело вообще не в этом. Здесь просто нужно постоянно как-то успевать аптечки находить, потому что попадать будут по-любому. Ах, сволота. Сволота, я бы сказал даже. Так, сохранимся нафиг. Почаще надо сохраняться, потому что я не думаю, что вам будет дико интересно смотреть, как я умираю, гружусь. Так, там у нас проход, давайте посмотрим. Здесь, возможно, в машине что-нибудь есть для нас хорошее. Ну, нет, ладно. Блин, я хочу выбраться уже с открытых пространств.
Нет, никто. Так, это, я думаю, откроет ворота. Давайте осмотримся. Такое ощущение, что ему сюда с танка зарядили, чтобы не сомневался вообще в том, что военная это сила. Так, хорошо, ладно, похоже, тут больше ничего хорошего нет. Давай. Ворота по типу шлюза работают. Закрылись те, открылись это. Круто. Ой, когда уже будет этот комплекс лямбда? Это же просто мучение поперло. Не, ну в принципе, вот когда вот эти вот уже базы пошли, уже как-то уровень исполнения вернулся на прежний уровень, потому что там вот тупо в пещерах эти, когда наружу вышли, там все было довольно коряво сделано. Какие-то странные скалы там из трех полигонов. А здесь опять зачет. Опять зачет. О, Япона мать. Во-первых, я слышал звуки портала, то есть телепортирующихся врагов. Типа тебя, да? Так, отлично, что это было? А, вот, понятно. Успел стрельнуть, смотри-ка. Так, все, 5 болтов. Так, против них, в принципе, неплохо действует пистолет обычный сам, потому что он очень точный. С ним, конечно, шутки плохи, потому что бьют больно и далеко. Да, блин. Что-то как-то странно это все. Вот эта вот корявость, все-таки она присутствует, да, вы заметили? Он тут вообще какой-то, вот тут я тупо упираюсь в невидимую стену по ощущениям. Да, вот, вот она, стена. Ладно. Нам, очевидно, сюда. Давайте осмотримся. Что у нас здесь есть вообще? Я думал, больше мяса будет, потому что самолеты летают. Но все, кто могли, уже умерли, похоже. Твою мать. Тихо. Я хочу взять просто эту штуку. Так, а туда мы вполне возможно? Нет, не пройдем. Хорошо, там еще что-то есть. Да, в принципе, ничего тут и не было. Так, вон мина. Хорошо, сюда я, очевидно, не войду, потому что даже дверной ручки нет. Значит, двигаемся дальше. Все спокойно. Оу, ребята, так у вас мне не хватало. Отлично. Пистолет все-таки тащит и вытаскивает временами. Куда ты? Твою мать, ну, это же было очевидно. Так, сейчас, хорошо. Что ты на это скажешь, скотина? Ладно, у нас тут снайпера, значит. Хорошо. Братюня, извини, но ты сам на себя навлек это. Это что за снайпера? У комбайнов, помню, были снайпера. Помните, там уровень был такой. Настройки. Вот в оригинальной игре я такого не помню. Хотя, скорее всего, вообще ничего не помню, просто поэтому. Неплохое место было. Укрытие. Сидел бы, не рыпался. Гранаты вон были, пистолет. Хорошо.
Так, оттуда могут постреливать. О, твою мать, да что ж такое? А в принципе, если... Да нет, лучше обезврежу. Так и так. Минааккуратно. О, это все заминировано просто. До невозможности. Какой-то маньяк эти мины ставил. Так, ребята, мне просто нужно, блин, выбраться отсюда. Просто нужно выбраться. Да, блин, ну запрыгай, куда ты уперся? Хорошо. Расчистили маленько. Снайпера? Нет, вроде нет. Так, и мы вернулись к обратной стороне этого периметра. Зачем, непонятно. Но сюда вроде можно войти. Хорошо. Блин, все-таки вот хочется заметить, что как только прекращается экшен, потому что он тут, ну, не самый лучший. Вот сейчас вот по ощущениям могу сказать, сразу возвращается фирменная такая атмосфера, жутковато становится, когда один бегаешь по этим всем заброшенным местам. Но вот экшену, перестрелкам с солдатами не особо зачет. Слишком уж они какие-то читерские эти ребята. Тихо-тихо-тихо. Так, дружок. Еще в этой игре как-то странно летает граната, поэтому попасть будет. Вошло? Вошло. И чё? Зачем я ходил сюда? Так, ну ладно. 5% сняли снайперкой, выстрелом в спину. Слабо как-то. Такие вещи должны наказывать там где-то наполовину жизни сразу. Так, хорошо. Возможно, мне теперь сюда нужно пойти. Типа, если бы раньше я это не сделал, он бы меня пристрелил. Вполне возможно. Давай. Шо? Ой, не пролез уже. Опасно. Да, он постреливал меня в этот момент. Хорошо, что нам это все дает. Где еще снайпер может быть? Тут на крыше? Да вроде нет. Смотри, все коротит прям. Ребята, нам просто нужно выключить электричество. Да, я все на картах. Кто-то писал там, что я постоянно на корчиках ползаю. Да? Постоянно. Мне так спокойнее. Когда он... понятно. Когда он медленно двигается, когда не ломится, хрен знает с какой скоростью. Так. You're heading for the Lambda complex, aren't you? Да. I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. И ты кушать начал, да? Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. Ну так вот, спрячься по-нормальному. Then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Ну, я уже заметил. Спасибо тебе, добрый человек. А теперь зашухерись куда-нибудь вот сюда, вот за ящики. Потому что сейчас сюда набежит, я чувствую. О! Я, честно говоря, сомневаюсь насчет тебя. Так, дверь закройся. Так, ну, я не знаю, буду ли я рисковать, взрывая эти бочки. Хотя у меня выбора, похоже, нет. Ай, блин, откуда ты взялся?
Так, ну хорошо. Похоже, придется дойти. Я просто думал, эти бочки сейчас взорву. Возможно, еще снесет нашего дорогого ученого. Но, похоже, выбора-то у нас особо нет. Да, это была ошибка. Тут не только ученого снесло. Ёлки-палки, лес густой. Это что такое? Как же мне тогда? Перепрыгиваешь, что ли? В прыжках я не силен. Это взрывчатка еще? А, ну понятно. Снизу пролезть тоже не смогу. О, так, ладно. Тихо-тихо-тихо, ребята. Только не испортите мне все этот высший пилотаж проделал. Фу, ну это было опасно. Блин, это просто какая-то полоса препятствий. Ну тут мы проходим вроде, да? Да, блин. Ну, вот это вот на лестнице может быть, кстати, любопытным. Ну ты посмотри просто. Вот это был прыжок, да? Хорошо, вроде спокойно. Так, ну это я не думаю, что хорошая идея открывать. Я лучше посмотрю, откуда вот это тут появилось. Или это снайпер какой-то притащил. Так, артиллерийские снаряды, я думаю, мне не сильно пригодятся. Так, все понятно насчет вас. Так, а тут тогда что? О, сюда я точно не хочу. Ну и нафиг. И то есть по всему складу, небось, взрывчатку взрывать нельзя, вот эту штуку наверняка. Хорошо. Знаете, у меня такое ощущение, что мы сейчас опять встретимся со спецами, то есть с этими девушками. Потому что очень уж такая местность. Ёлки-палки. Это ж одна большая пороховая бочка. Давайте хоть стрелами, потому что они меньше искр высекать будут. Вот за что я люблю Half-Life, это за разнообразие. Ну да, разнообразие. В какой еще игре будут? Вот такое вот именно разнообразие ситуации, то есть... Сейчас мы проходим через... Просто переполненный взрывчатка склад. Это уже игра превращается из шутера в какой-то пазл, которым нужно решить, что да как дальше. Так, что дальше? Это вроде ничего не пересекает. Но если я сейчас ее разнесу, она заденет вот за эту штуку. Хотя попробовать можно, я думаю. А, ну ладно. Было страшно. Ёлки-палки. Отлично. Так. Я вижу дверь. Твою мать, тут чё только нет. Фу, в такие моменты согласитесь. Блин, ну какая всё-таки в игре офигительная музыка. В такие моменты себя каким-то Джеймсом Бондом ощущаешь. Или тем турком. И спасаю, ой, спасаю, говорю, да, у Райана. Из 12 друзей Оушена. Так, блин, да как я не замечаю такие вещи. Да, блин, ну. Так, все чисто. Ой, блин, да что ж я делаю? Что-то я... У меня прицел сбился, похоже, уже. Да, ёлки-палки, да что... Надо было сохраниться.
смайлик теперь не получается. Хорошо. Так, все, сохранимся нафиг. Так, это что у нас за машина? Куда мы не входим? Это нам, в принципе, не так сейчас сильно нужно, но... Почему бы и нет? Пригодится по-любому. Хотя в данном случае у нас одна ошибка и одна смерть. Но вдруг сейчас полезет что-нибудь непонятное. А, вот, я понял, что это будет такое. Ну да, это было ожидаемо. Я еще когда снизу проходил, я подумал, этот ящик наверняка за что-нибудь заденет. Блин, какая там прелесть. Ну ладно, давайте попробуем. Зря сохранился, вдруг сейчас что-нибудь не по плану пойдет. Так, хорошо, что дальше? Ладно. И в итоге это нам дает. Там ручки нет. Это нам сейчас поэтому по всему придется пропрыгать и попасть. А куда дальше идти, подожди? Я чуть не понял. Да блин, ну. Ох, капец. Ну, скажем так. А мы сюда, скорее всего, просто пройти не могли. Но эта дверь же не откроется, на ней ручки нет. Ох, ну, давайте спустимся, посмотрим, что ли. Осмотримся. Может, какая-нибудь дырка в полу там. Или еще что. Нет, конечно же. Так, отлично. Что это нам дало в итоге? Мы вернулись, где были. Ну вот, отсюда я пришел. Так, хорошо. Тут что у нас? Ну да, понятно. Давайте наверху осмотримся. Возможно, там как-то нужно где-то пропрыгать, потому что... Других вариантов у меня, честно говоря, нет. Или может наверх запрыгнуть и как-то там пойти. Но это тоже достаточно глупо. Да нет, ты посмотри. Тут нет ничего. А, подожди-ка, а если под ней сейчас там что-нибудь появилось? Ну-ка, просто вот ради любопытства я сейчас тут спрыгну и посмотрю, возможно, под ним есть что-то. Если мне дадут, конечно, спрыгнуть. Ну, ничего тут по итогам нет. Это плохо. Давайте загрузимся тогда, что ли. Фу, или я что-то завтыкал опять, или что? Так, хорошо, ладно. Ракетница. Для чего они нам тут могут пригодиться? Так, хорошо. Чё-то, ребята, я прям в тупике. Но здесь подъем есть, да? Ну как подъем? Нет, не подъем. Хотя подъем. Давайте искать, чего уж. Здесь у нас артиллерийские снаряды. Нет. Эм.
Запрыгивает уже, елки-палки. Смотри, просто не хочет запрыгивать сюда. Ну нет, так нет, ладно. Так, ну и в итоге я оттуда пришел. Что это мне дает вообще все? Странно. Странно все это, однако. Или нам сверху... Нет, не... Офигеть. Так, может мне сюда как-то теперь оттуда спрыгнуть нужно? И поехать вниз. Не знаю, честно говоря. Так, ну это возвращение. Восстанавливающиеся патроны, это хорошо. Так, зря, наверное, сохранился. Ну, ладно, давайте эту сторону посмотрим. Грузовик армейский. И ничего. Так, ну тут я явно не перепрыгну. Ну что, приходится возвращаться и пытаться как-то пробраться оттуда сверху к этому подъемнику. Потому что я так заприметил, похоже, он наша единственная надежда выбраться отсюда. Так, это хорошо. Сюда. И вот тут вот как-то было слишком опасно пробираться. А если оттуда сверху, то вполне возможно. Ну, давайте попробуем. Не очень очевидно это все было. Ну да ладно. Так, сохраняшечка. Вот так вот, понятно. Все, нафиг, поехали отсюда. Желательно вниз. Отлично. Это мне уже надоели эти открытые пространства. Ну офигеть, да? Вот это было дело. Так, грузовик заведен, как бы тут. А вон уже. Кто там, кто? Что-то пушка какая-то не особо зачет, честно говоря. Она, конечно, хорошо, что регенерируется, но... Так, парень все... А, нет, не отбегался. Свободен. Что скажешь? Отлично. Так, ну и что, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующий пойдем уже куда-то... по внутренним помещениям. И это, на мой взгляд, гораздо более атмосферно и интересно, потому что снаружи у нас единственное, что пока что было, это бесконечные перестрелки с солдатами. Они не могут похвастаться такой, то есть, привлекательностью, как все остальное в этой игре. Но, тем не менее, пока что пробираемся вперед, и кое-как, но получается вот этот комплекс со взрывчаткой. Это было, по-моему, очень круто. Мне понравилось, по крайней мере. Ой, да ладно. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.